Всем привет! На канале все просто, просто распаковка посылки с AliExpress. Нужная и полезная вещь в хозяйстве. Это у нас вот такая вот груша с кисточкой для ухода за оптикой. Вот она такая микроскопическая. Вот так она выглядит. Та, конечно, которая была на первом кадре, была чуть побольше, получше, покрасившись, но я ее потерял на съемке. А теперь у меня их две. Вот это вот одна. Вот вторая. Вот, можно двумя руками вот так вот. Стоит она буквально копейки. По-моему, я брал по 72 цента за штуку. Купил я через кэшбэк от Leti Shops. Ссылка на кэшбэк будет внизу в описании. Чего от этой кисточки хотеть? Ну, кисточка как кисточка. Что-то тут она дует. Можно что-то тут вот так вот почистить, подтереть. Жду от вас лайки и комментарии. Всем удачи, всем пока.